Сегодня день пожилого человека. Я уверен, что если бы Игорь Сергеевич был бы свободен, он обязательно бы поздравил всех горожан с этим замечательным праздником. Он не забывал и ветеранов. На всех мероприятиях, праздниках он старался, и он проводил все время беседах с ними, спрашивал их, какие у них есть предложения для улучшения жизни в нашем городе, выслушивал и выполнял. Горожане были удивлены, когда увидели по телевизору, как ведут арестованного нашего градоначальника. Он не был же террористом, он не был, да не было у него на наших глазах того, чтобы его вот так вот арестовывали. Он заслуживал уважения. Он еще не был осужден, чтобы его вот таким образом вести под конвоем.